Тем временем глава администрации Кольского района Александр Лихолат и губернатор Марина Ковтун обсудили итоги работы в 2015 году. У вас самый крупный муниципалитет, самое большое муниципальное образование по территории и самый сложный по управлению. Поэтому я очень большое значение уделяла и давала вам особые поручения с тем, чтобы вы наладили координацию и взаимодействие со всеми небольшими муниципальными образованиями, сельскими поселениями, которые находятся в Кольском районе. Централизация управленческих усилий – одна из задач, поставленных губернатором перед главой районной администрации. По словам Александра Лихолата, такую единую вертикаль выстроить удалось. Благодаря этому успешно решаются многие социальные задачи. 2015-й завершен с хорошим финансовым результатом. Впервые район получил дополнительные доходы. А входящие в состав поселения Мурмаши, Молочный, Колла и Верхнетуломский успешно поучаствовали в конкурсе и получили субсидии на ремонт дорог. Несмотря на различные сложности и внешнеэкономические, и внешнеполитические, Кольский район сработал очень неплохо, и мы выполнили все социальные обязательства.